Цены на продукты питания неумолимо растут вверх. Это подтверждает еженедельный мониторинг стоимости товаров, который осуществляется правительством региона в 250 торговых точках области. За период с 1 декабря прошлого года по 16 января текущего года произошло значительное увеличение цен на плодово-овощную продукцию. Рекордсменами стали огурцы. Рост составил 85,2%. Цена на томаты выросла на 59,5%. Капуста подорожала на 61,7%. Не обошло стороной повышение цен сахарный песок и крупы. Увеличились цены на сахарный песок, до 23% составило увеличение. Минимальная цена на данный вид продукта по состоянию на 16 января текущего года составляет 44 рубля 30 копеек за 1 килограмм. Цена крупы рисовой за 1 килограмм составляет на сегодня минимальная 40 рублей 70 копеек за килограмм. За данный период цена увеличилась на 14,8%. Это максимальное увеличение цен. То есть по другим объектам были и другие цифры, то есть они были ниже. Это максимальные цифры.